Советская и российская литература знает много детских поэтов и прозаиков – Михалков, Маршак и Барто. Однако современников знают мало. Один из них – Виктор Лунин, приехал в библиотеку поселка Развилка, встретиться с детьми из летнего лагеря «Факел». Добрые стихи, поставленные на сценах сказки и даже мультфильмы по мотивам произведений. Творчество писателя Виктора Лунина постепенно становится классикой детской литературы. Работы автора известны по всему миру – в Швеции, Израиле, Польше, Румынии. Виктор Владимирович был, кажется, везде. Вот и в Ленинский район он приехал не в первый раз. Я видным бываю уже последние 20 лет, если не больше. И они меня просто попросили сейчас, пока летняя пора, поездить по вашим летним лагерям. Виктор Владимирович за свою творческую карьеру издал более 70 книг, а началась его литературная жизнь в совсем юном возрасте. Я пишу с 3,5 лет. Писатель рассказал детям, как к нему приходят идеи новых произведений. Много автор черпает из детства и наблюдая за домашними животными, истории о которых удивили и развеселили ребят. Например, его кот однажды разбил старинные часы, прыгнув на них с рабочего стола Виктора Владимировича. Я, вы знаете, что сделал? Я сказал: Марсик, какой ты молодец, как ты здорово прыгаешь. Ведь он же не виноват, правда? А раз не виноват, а прыгает он замечательно. Все. Я его абсолютно простил. Виктор Лунин прочитал детям свои стихотворения. Одно из них, «Сонная муха», дети смогли завершить вместе с автором. И понял тогда я, зевая ужасно, что сон эту муху зовут не напрасно. Неплохо бы мухе всегда прилетать, когда мне пора отправляться в трамвай. Поэт прочитал стихотворение о дружбе, первой любви и животных. Тема «Братьев наших меньших» детям понравилась больше всего. Мне все понравилось, как он рассказывал нам стихи про котов, про все. Мне понравилось про кошку и песенка про жирафа. Я все бы прочитала и даже в интернет, может быть, отправила. Встречи с детскими писателями и творческими людьми в летний период в библиотеке поселка Развилка – частое явление. Заведующая учреждением Ольга Колыванова рассказала, что в прошлом году гостем был другой детский писатель – Валентин Постников. Традиционно в это время, ближе к закрытию лагеря, к окончанию лагерной смены, мы приглашаем писателей и поэтов в нашу библиотеку для того, чтобы познакомить детей с творчеством, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы у детей осталась память о нашем сотрудничестве. В конце встречи ребята и сами вызвались прочитать стихи. Правда, не Виктора Лунина, а Александра Пушкина, что тоже оказалось приятной неожиданностью. Ведь в нынешнем году любимому детскому сказочнику исполнилось 220 лет. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.